Пока еще не как Шарапова, но очень к этому стремится. 12-летняя Алиса Калужских буквально разгромила соперницу на корте и вышла в финал турнира. За плечами спортсменки десятки наград за самые впечатляющие достижения. Тренируется Алиса с 5 лет и даже планирует связать с большим теннисом свое будущее. Ну, во-первых, это полезно для здоровья, потому что для глаз очень полезно следить за мячом. Физическая нагрузка тоже. Еще просто интересен сам процесс. Изначально желание принять участие в городском турнире выразили 140 человек. В итоге при регистрации на корте остались 77, а до полуфинала дошли 8. Одни из самых сильных теннисистов. И хотя в финал удалось пробиться не всем, спортсмены не теряют надежды. В ближайшие месяцы показать свое профессиональное мастерство они смогут на очередных городских и областных соревнованиях, которые пройдут в мае. Если даже, как говорится, неудачно сложилась или игра, или встреча, то все равно приобретается какой-то необходимый опыт, чтобы в дальнейшем избежать каких-то своих ошибок и уже проходить все дальше и дальше и побеждать в конечном итоге на каких-то соревнованиях. Битва за призовые места состоится уже завтра, 3 апреля, на базе Самарской спортивной школы №1. Победителям вручат грамоты, медали и кубки. Ольга Павлова, Николай Сидоров. События.